осталось двое. Руслан и его команда продвигаются справа. Мы наблюдаем общее смещение против солнца. Это что еще за хитрый маневр? А их осталось немного. Но они живы. Это главное. Вот так. Скоро будет битва на левом фланге. Открытое столкновение. И вот все пришло в движение. Да! Финальный сход. В равном количестве. Отступать некуда. Примерно одинаковое количество копейщиков. Первые потери. Один остался. Остался один. До конца! Все. Ну согласись, пожалуйста. Победа!